Так, Lexus 570. Будем заливать масло вот такую вот присадочку нашу. Что, не будем? Присосало. Как она на масло влияет? Положительно. Ну, а какой эффект будет? Какой-нибудь будет? Хороший будет, да? Хороший. Ну, то есть надо пробовать в любом случае? Конечно. Не пробовать, а надо использовать. Ну, все отлично. Подожди, сейчас вторую еще. А одна на сколько идет? На 5-6 литров масла. Ну, нет, на 4-5 литров. А здесь 8 с лишним масла. Около 9. Так что продукция... Сейчас полетим. Продукция Акора всегда работает, масло работает, но это еще плюс дополнительные присадочку в масло, которая стабилизирует его, улучшает и антифрикционные свойства. Ну, антифрикционные, да. Будет супер. Вот такая вот штучка. Сейчас двигатель начнет шептать, шелестеть. Пользуйтесь продукцией Акора. Всем хороших дорог.